Новогодние праздничные дни выдались по-настоящему спортивными. По традиции легкоатлеты начинают этот год с первенства по легкой атлетике, которое проходит в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Здесь участвует более 800 спортсменов из 30 муниципальных образований. И многие выходят на старт первенства далеко не в первый раз. Софья в прошлом году стала призером этих соревнований. Девушка занимается легкой атлетикой уже 5-й год. Тренируется в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Не раз завоевывала главные трофеи муниципальных соревнований. Сегодня стремится улучшить свой результат в беге с барьерами на 50 метров. Хочу его усовершенствовать и быть все лучше и лучше. Я полюбила этот спорт. Он теперь в моей жизни навсегда. Не зря легкую атлетику называют королевой спорта. Здесь сочетается скорость движений с их легкостью, будь то прыжок или бег. И сегодня у ребят есть возможность проявить себя. 28 видов программы. Это беговая программа, прыжки, длину, высоту тройной. У нас единственный манеж, это где мы проводим соревнования в Щелково. Это, как говорят, палочка-выручалочка у нас. Программа первенства была рассчитана на 2 дня. Участие в нем приняли юноши и девушки 2004-2005 годов рождения. Состязания же эти отборочные, показавшие наилучшие результаты спортсмены, представят регион на первенстве Центрального федерального округа, а также всероссийских соревнованиях. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.